В освобожденном от оккупации Лачине в связи с неочередными выборами в Мелемеджлис действует 6 избирательных участков для голосования. Жители Лачина с самого утра направляются на избирательные участки в хорошем настроении. В округе номер 121 в целом 110 избирательных участков. Для проведения демократических, прозрачных и справедливых выборов на всех избирательных участках созданы необходимые условия. Отметим, что впервые выборы в Мелемеджлис проводятся на всех суверенных территориях Азербайджана. Thank you.